Так. Это сумка. Подожди. О, мы уже готовы, кстати. Да, это я могу покупать. Это вот с этой поездки. Коллекция. Смотрите, коллекция Энди Уорхол. То есть это крем Энди Уорхола сделано это. Это как вообще говорят мужчины. Да, да. Потому что. Оттуда. Я когда знаю эту дверку. Да, да. Она, кстати, подходит. Но это более из его прикольных, интересных принтов, потому что у него есть с товарными сумками. Энди Уорхол, это limited edition. Вау! Как вы это поняли? Здорово! Я полезная с приятным. Мама! Пиво! Но это не просто про пиво. Это про все абсолютно, это как гастрономические туры, именно пиво, куда можно поехать, все возможные фестивали. Это не только, вот это бермаркет, а по всему миру. Андрюш, ты можешь сделать чек-марк? Про все разные пива с фотографиями, с объяснениями, как можешь, чем можно пиво это есть, там традиции. То есть это Андрюш, больше, чем просто. Это будет вполне себе рабочая книга. Да. Настольная. Вы любите это, я посчитала, что пусть это будет просто как именно развитием, дальнейшим каким-то этим. Да, это наша стандартная. Пиво Южной Кореи, обалдеть. Да.